В этом видео будет спидран тюрьмы Харана в Mainline Life. На стриме как-то я проходил, вот, там было что-то 30 плюс-минус. Здесь я решил, точнее чуть качался, и решил пройти на более... Вернее, берем кошку и погнали. Здесь, по-моему, вот так вот можно. Вот так, ладно. Хорошо. Хорошо. Так, вот тут главное... Стоп, ай, не встал. Крайне. А ты задолбал. Найс, 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 очень найс. Потеряли время. 18 секунд. Мало. Да ты, мразь. Ну вот, все запорол. В начале чисто, все в начале запорол. Так, налево. Мы берем сюда. Просто вот это кровь. Во весь экран не... Так, тут вояки-то. Надо было грузью эти патрончики, ну ладно. Мы их тогда сделаем вот так. Да, главное смотреть на показатели здоровья, это ж вообще... Тут перепутали. Бьёт все, все, давай. Так, пробегаем, так, нам надо. Так, вниз, так, назад. Так, здесь можно так вот. Так, где-то дырка, дырка в полу, дырка в полу. Что дальше? Понятно? Как всегда туплю. Так, потерял лишнее время. Просто не нашел. А здесь, по-моему, можно сделать вот такой подкат. А, не получилось. Придется драться с ним. Где добивать? Ну иди сюда, задолбал. Так, хорошо. Очень медленно. Это так хорошо, вести. Ну, ладно. Здесь дальше получится. Так, тихо, тут где-то комната должна быть. А нет, на комнату тут сначала лифты. Так, стой, да прямо беги. Забалось, что ты так долго? Так, вот здесь, 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 здесь. О, вот здесь теперь надо вот эти ракеты бросать. Под себя. Ай, тюрьма, я тут здесь эти ебаные. Она придет долго. Так, тихо-тихо-тихо, двери, двери, двери. О, то тут даже быстрее, -мо. Нормально. Я думал, сейчас тут полчаса будет. Вот типа. Опа, ласта. Так, ладно, мы берем лук. Тут все можно так сделать. Да, ладно, надо прыгать, надо сейчас. Есть. Все, громила есть. Теперь что? Теперь что, мы их просто уничтожаем? Теперь просто делаем. Ата. Ой, вот это зря, вот это зря, вот это зря, вот это зря, вот это зря. Ой-ой-ой. Ладно, так не будем делать. Делаем. Не, делаем атаки. И только. Один раз.
Все, есть. Так, мастера. Кто? На минуту. Ну, короче, я, грубо говоря, на 2 минуты быстрее прошел плана. Сейчас посмотрим, что у нас тут за призы получается. Так, нам минута дается времени. Первый раз, кстати, когда я прошел там, что за 11 минут, нам 2 минуты давалось. Вот, а тут минута. Так, значит, клинок бумеран, кстати. Надо будет опробовать. Я видел, типа, на него обзор. Но сам не пробовал. И кстати. Где он должен возвращаться? Ладно. В общем, понятно. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, до следующих серий. Подписывайтесь на канал.